Доброе утро! Меня зовут Дмитрий Воронков. Сегодня подробнее о размерах инсталляции. Условно можно выделить следующую типологию инсталляций. Стандартная, низкая, двусторонняя, угловая и выстроенная в одну линию. Стандартная инсталляция для унитазов подходит для помещений, в которых нет каких-то ограничений по габаритам или глубине установки. Как правило, ее ширина составляет 49-50 см, монтажная глубина будет от 12 до 18 см, а высота составит 112 см. Для правильного проектирования санузла не стоит забывать, что после монтажа инсталляция обшивается двумя листами влагостойкого гипсокартона и облицовывается плиткой. Значит, мы получаем дополнительных 3 сантиметра к фронтальному размеру. В некоторых помещениях возникает потребность установки инсталляции с ограничением по высоте. В этом случае производители предлагают специальные низкие рамы. Их высота не превышает 82 сантиметра. А еще для сложных случаев существуют специальные укороченные инсталляции шириной всего 33 сантиметра и есть плоские глубиной всего 8 сантиметров. А для самых нестандартных ситуаций стоит учитывать, что кнопка может располагаться сверху, сбоку или даже отдельно. Но в этом случае модель инсталляции нужно выбрать заранее. В некоторых торговых центрах и офисных зданиях требуется установка двухсторонних инсталляций. И такие модели существуют. Это когда чаши две, а конструкция одна. Иногда некоторые помещения требуют нестандартных ходов, когда унитаз расположен под углом. Для этого можно использовать как специальные крепления, так и угловые модули. И такие тоже существуют. Очень часто на одной стене нужно повесить сразу несколько санитарных приборов. Биде, унитаз, писсуар и умывальник. Для этого используются специальные монтажные системы. Они играют роль инсталляции. Так как выбор инсталляции сегодня очень велик, проблем при подборе конструкций не возникнет. Но, чтобы не допустить ошибку, покупайте инсталляцию на этапе черновых работ.